Сейчас поем напишу. Кого ты добрал? Прото. Кто там конь хочет, танчит, да. Протопал? А, Гранди. Протовар? То есть... Протопал. Да. Чё Саня не хочет танчить? Спасибо. Два ГДК, Мишка и Протопал? Нормально. Мишка. 10 как к роллу? Минус 10 к роллу. Минус 10 к. Ты чё, ебанулся, что ли? Охуенно. Шаманам кулаки дайте, пожалуйста. Инту пробафайте снова. Не коня хотите. Уберите. Вместо коня от огня или от тьмы поставьте. Правильно сказать, коня заберите. На кого СС скинуть? СС? На танков, наверное, лучше. И да, она вот фразна. По инрам. Уберите вы коня. А да, вместо коня что-нибудь другое поставь. Так, по, давайте по тотемам распределимся сперва. Первый тотем на прилив сил ставит Overscam. У тебя же есть микрофон? Перед тем, как дать, будешь качать мемочки, чтобы он гимна ману давал. А второй уже Эконс и ВБ будут давать тотем на ману. Все. Ой, ты тут? Угу. Скажи, какого танчить этому? Иване и Гранди, кому их танчить? Короче, ДКшник Колма держи. Короля давай этот Керус, а Киглера Гранди. Ты слепоглазый Крошу заберешь? Ага. Все. Запомните свои метки. Ваня, у тебя есть масло? ДКшник. По наполу, кому лучше? Двоих на тебя наполить? Ой, да, тут бесполезно на пол. Просто с пула надо не бить, смотреть, кто открылся, посмотреть в омане агро, какое набрано. Рыбку съешьте и масла намажьте хотя бы. С фласками ЛК-фласки достаточно будут. Да, кстати. Я вижу тут у половины ЛК-фласок. Масло где? Половина БК. БК-шные фласки, смысл? Там сколько? 50 урона добавить. Хотя я не говорил, что БК-шные, любые масла намажьте. Любые фласки, ЛК-шные достаточно. Масла. Нет, ну в смысле масла и ЛК-шные фласки хотя бы. Намажьте, что за стыд. А ну дает фласо. Народ, дай фласо. Без... Можно тактику? Тактику расскажите, пожалуйста. Ну что, милики не бьют, кроме Кидлера, по-моему, тут. Просто стоите, чилите с нами. Собак бьют. Собак только. А, да. И собаку ума бьют, и все. Остальные все здесь, метки Сантвайта, я тебе сейчас соседство дам, раскидай метки. Я объем Олма? Нет, не Олма. Эти боссы неуязвимы, они будут переключаться каждую минуту и сколько-то там времени. Мы РДД бьем тех, кто уязвим, и все. И сейвы кидаем, когда надо. А милик что делает? Роман, ты на Олма кидаешь по КД косноязычие, когда он активен. Это все твоя задача будет. Который лок Роман. Да, окей. Да, и по шаману кулак киньте, сколько можем просить? Кто за кулаки отвечает? Дайте кулак по шаману. Отдельных танков не будет на собак. То есть мы бьем босс, по сути, который уязвим, да? Это как да. Принцы. Угу. Все, готовы все. Когда мильком скажут атаковать собак или киглера, подойдете и все, и будете бить. Обновите крест по друидам. А сперва кого бить? Блять, они да сразу скажут. Скажут вам, пока все, никого блядь. Не бить, пока агро не наберут. Когда скажут атаковать, все. Давайте боем пол, блин. Агрите свои цели. 5, 4, 3, 2, 1. А, крошу, бейте все. РДД, крошу.
От огня готовьте, Ма, сейчас больно будет. Не бейте, подождите, дайте агро набрать. На пул, дайте на прошу. Прошу на пул. Дайте набрать агро. Стойте, все остановитесь, не бейте пока что. Аккуратно вливайтесь сейчас. Красноязычие, кидай лок на Олма. Кидаю, кидаю. На Олша, да? Ой, на Олма. Кидаю. Савил посавил, видите? Серафим, ты как умер? Ладно, подожди пока что. Это упражнение. Олма бейте. Диспел. Ршамы диспельте быстрее. Я буду первое и второе пати диспелить, вы остальные диспельте. Я третье диспель. Да. Маги диспельте тоже. На гранде не могу достать. Собак заберите из РДД зоны. Олм активен, да, бьете олм только. Это приношение. Кидаю, естественно, себя. Доставай, аккуратно, да. За агро следите, ребят. Смотрите, кто активен. Прош опять. Аккуратно, Кроша. Вижу, ты тебя много агра на Крошу. Можешь как-то сбросить? Мелики не подходите, Крошу. Олма заберите. Кто огонь держит? Сейчас сама готовьте. Конец каста прям, давайте, ма. По массакру готовьте, скоро больно будет. Первый тотем сдавайте с этим, с гимном на ману. Мемочка, как гимн на ману закончится, гимн на жизнь дай. Сейчас цевые прожмите, массейв нужен срочно. Все нормально. Так, кто сейчас? Не вижу. Слепоглаз. Нашли слепоглаз, бейте его. Этот Гриффит уже... заюзай раскол. Эком, давай с этот тем второй. Скинул на ману с ИВБ. Уже по мане сели хилы у нас. Все, я сам скажи, мадам, тотем откидаешься, сам скажи за нами сегодня. Все, 2 секунды, сейчас другая цель будет. Кроша опять. Блять, этот крош сидит, а. Больно будет скоро. Эма от огня можете прижимать сразу. Массакра есть у кого-то? Попал массакру, сдашь под 50-ку. Я скажу, когда. Если ты гранди, я до вас не достаю. Я тигра тогда к вам заведу. Тогда ГДК сдашь не зыбку. Второй, который на полный. Я скажу, когда. Когда? Блин. Подведешь тогда, подводи Китлера. По кому-нибудь надо? Из хилов? По ИВБ, да. Угу, сейчас сдавай массакру. Сдал. Сейвы свои прожмите каждую, у кого что есть глыбу, там не напрягайте хилов. Слепоглаз. Хил один.
Устал, нормально. Рабов айти его сразу. Могу ему инер залить. Залей, если можешь. Так, лист, пожалуйста. Все. О, да, Веронике я... лучше инер дай. Или ты сдал уже? Веронике инер сдай. Он сдал ее там. Хорошо. Эрдо, есть инер? Я по ЭВБ залил. Все, хорошо. Вероника, вот на собаках ручками попробуй набить ману. Если есть возможность. Или это Майда сильно бьет, возможно. У меня сейчас ничего не шипит? Шипит. Понял. Все, одна секунда, смотрите. Крош опять. Да ёб твою. У тебя уже есть языку, да? 45 секунд, ну не знаю там. Я могу ну, у ДК есть, у ДК есть. Не, тебе сдавать не надо, у ДК есть. Все. Киртал, нажми какую-то залупу. Ох, блядь. Тотем от сил природы поставьте, какой-нибудь из шаманов. Янг, ты поставь тотем от сил природы. Там молния прилетает больно. И ма от огня сдайте сейчас, если есть. Если тотем от Кадаса с оверсам, сдавай под гимн на жизнь. Ой, гимн на ману, если у кого-то есть. Окей. По Гриффиту, по сове сальву ебаните. По сове сальву дайте. Инер по Веронике звал. Массакру прожмите, каждый свои сейвы прожмите. Тучку уйдите, я не знаю, все что есть. Надо пережить. Еще два типа и все. Нормально. Олм, Олма сыграли? Если инер есть, Керус. Ставишь потом? Нет. О, давайте диспелы пошли. Маги, диспельте Киртл, диспель, пожалуйста. Бляха. Танку, сдай руки по эршаме, по эрсрам. Хоть 1000 маны ему зарезаешь. Сейчас очень важно. Гриффит, стой где-то отдельно, чтобы если... Крош в тебя кастанет, чтобы рейд не шотнул. Диспельте протопала, пожалуйста. Три... Спасибо. Не достаю до себя так далеко. Я могу, я по диспелю с протопала. А, сейвы сейчас готовьтесь нажимать. Сейчас больно будет. Прожали. Молодцы. Так, кто? Крош. Крошу, давайте. Дались его нам. Блять, ДПС маленький как будто. Здесь маны нет. А, дайте этот БР Кирус, как прожмешь, я прожмешь. Пока он... Гимн нужен. Мимочка, сдай гимн. Вообще хилый сын. Ты... Могу инер дать. Как он... По Веронике, дай гимн. Так, прожмись. Сейчас надо будет этот язык. Собаку забежал, добейся. БР пока. Я боюсь, если БР дам, то я без маны останусь. Не давай БР пока. Присты есть. Быстрее прожмитесь, прожить. Гимны на жизнь нужны. Мемочка есть гимн на жизнь? После этого гимн на ману. Окей, на ману норм. Только под ТТМ надо было как-то. Слепоглаз. Слепоглаз, видите? Зрение я вот там вижу. Две минуты до инера. Окей. Линик под собаками как-то я зарезал ману. У нас второй ретрик живой. Накинь, пожалуйста, синий джаг на слепоглазу. И ВБ, я не понял, что ты написал мне. У него есть этот... Гим, нужен тотем, чтобы кто-то поставил эконом, поставь тотем, если есть. Сказ обеть уже, да? Это на ФКД тотем. А у Версрам есть тотем? КД. А сколько КД? 3.
А эко на сколько тогда? Там если что, кеглер открыл. Кеглер. И он кастует в холле пала. Кеглера бить надо. Кто там танчит его? Он в овце, говорит. А. Не хочет он меня кастовать. Хотя агрона мне висит. Ну да. Лучше прохиливать надо. Сильно прохил уже. Гимн на хп оставь, я скажу, когда нажать. То сейчас? Пока не поменялся. А там еще? Кеглер, вон, смотри, видишь, на нем баф. Вижу. Киру спиннер дашь по вернее. А, по якону. Угу. Кореники сейчас много сам дам. Да. Все, молодец. А косноязычие еще нужно на ломе держать? Да, по КД нужно держать. Окей. Okay. Же минуту или 30 секунд держится. Сейчас минится цель смотрится. Если попалось. Арканавт, скинь агро. Киртл, скинь агро. А, все, сорян. Киртл, скинь агро. Че, заебись. Что случилось? Нормально. А, я думал, что-то случилось. Ну, в Омане у меня 7000, следующий графит 4000, это нормально. Пробафайте паладинов, резнул тебе танку. Джагу покидай тоже. Лабу дал. Кинь. Доберите собаку, пожалуйста. Хильте Войда посильнее, этот пидор сильно бьет. Оверслам, пока что не хиль, просто этот. Набери как-то ману. Щиточки свои обнови, пока ты сейчас по... Олм открылся. Олма добьем? Ой. Олм не добьете. Косноязычие на нем главное обновлять. Да. Диспел пошел. Прото по диспелю. Просто балла. Давай, если там диспел, они стакаются. Чё, мана закончилась. Мана. Ты ману на БР отдал. Зачем? Тотем ставьте. Да ебать, милики. Что ж, там еще БР есть? У Керуса есть БР. Кому БР носит? Магии, давайте вы тоже это подиспелите, Керту. Не диспелю. Да пока так побьем. Сейчас из этих... есть нам мана у кого-то? Нажмите так сейчас. А тьмы и маз дайте, Грош. Все. Ебать. А что? А почему так? Ну, собаки... Собаки, наверное, живые были, да? Это из-за того, что собак много было? Ну, там за каждую собаку добавляется там 1000 по 10 урона. Да, блядь. Сколько было собак живых? Косноязычие было. Да, только да. А на этот раз долго. Очень побил. Мало миликов было. Било буквально собак человека 3, потому что 2 милика мертвые валялись. Милики, вы не умираете тогда? На пул и на собак только надо кидать. И все. Потому что, ну, одна собака выходит, ладно, я держу ебалом. Окей. Это и холипал, вот смотри, по полученному урону. Ну, хорошая тема, кстати. На войда кинь частицу, пускай всегда на мне будет, я больше всех получаю урон.
Нур, может это в натуре Серафим в прото спекнется и собак поддержит у нас в миликемпе? То у него аграш не будет нихуя. Откуда он ему агро взялся? Боли его прото загрызут на месте. У вас есть два ханта. Если меня Рамса не грызут. У вас а есть, смотри, вот смотрите, у вас есть два ханта, которые пинают баклуши. Не отдаете свои напулы никуда. Отдаете напулы только тогда, когда открывается олм и призывает 4 собаки. И вот эти 4 собаки вы бьете и напуливаете в ДК, вот и все. Так ну и да, это уже еще лучше даже. Все так и делайте, давайте все повторяем. Фласки пейте все. И бафы, или, или можно Керуса оставить одного с королем и кеглером, а танку... Или кто там, Гранди вот этого, перевести сюда, вот как ты хочешь, и на него собак напуливать. Вот так, так проще будет. Вас же собаки... Кирус двоих поддержат? Ну да. Ага. Его тогда жестко прохиливать надо будет. Ну там хапал как раз его хилит и на мне частица. Ну давай тогда двоих забирай. Тогда он кого, слепоглаза и кеглера забирает? Я слепоглаза и кроша, а он короля и кеглера. Ну давай так и сделаем. Первый на пулы отдайте, потом уже готовьте. И как раз массакру не надо подводить сюда кеглера, чтобы нас не откидывал. Ну все тогда. Мне не нравится эта идея. Прям максимально. Ну попробуем сейчас. Это баф на пристабаф. Погодите, я с агро что-нибудь подумаю. Хотя пушку надо доодену. Там этот протопал, когда... Крошек этот олм активируется, собак отводи примерно вот сюда, подальше, чтобы РДД когда били своими АОЕ магическими, собак не хилили. Они когда активны олм, они хилятся от магического урона на 300%. Ну я тут и хотел изначально танчить, сразу сюда их вести. Ну, да, ладно. Да. Ну когда он не активный, можешь возле него прям стоять. Вот, а когда вызывает 4 собаки, тогда вот в треугольник отводи. Так у нас нет повара. Кулак тоже, да? Друида. Давайте, кто за кулаки отвечает побыстрее? Бафните. Кулак друида. Пропал. Морусай. Дай кулак быстрее. Маруся, давай, там пропал. Дай по друидам кулак. Все, давайте добавим пол. СС лучше давать на тех, которые милики падают. Но сейчас уже не надо там танк. 4, 3, 2, 1. Слепоглазый. Аккуратно наливаемся, аккуратно. Можете бить уже. Мана сияет у хилов на 50%, первый тотем даст оверстрол. Бегим мемочка. Комбинируйте друг с другом, не нажимайте отдельно эти кнопки. А то видишь, сухими будете сидеть. Все, стопайте по нем. Крош. Крош. Аккуратно давайте нам столько адреса. Я имма. Сальву дайте посовет, пожалуйста. Я стопну. Все. Готовьте первую прожимку. Хорошо. РДД, станьте чуть правее, до вас киглер достает вот этой хуйней. Все, вы пожались.
все прожмите маги там что-нибудь. Каждый класс может прожаться. Зеленку ДК может прожать. Так, первый тотем, гимн пошел. Давайте сейчас первый тотем, гимн. Кто я понять не могу? Киглер, ну Кеглер, желтым написано Киглер. Же. Блять, я Киглера не вижу, как ты его там поставил? Ну там в короле что, блядь? Чей став нажал? Все, молодец. Керус, ну фу. Но когда активный, Керус жестко. Блядь. Больно, прожимайтесь. Масса-сакра есть? Чё, стопайте по нему. Да все уже нормально. Стоп, стоп. Выбери. Слепоглаз. Слепоглаз. Может, слепоглаз будет прокать, мы его зальем сразу. Одного бы залить кого-то так проще было. Желательно ума. Или кроши. Самые противные тут. Кликните там на хп вары. Достало до тебя? Ну, хуй знает, не вижу. Все, кликнул тут. Стопайте. Стоп. Крош. Мэкон гимн просит. Эком... Давайте гимн эком прожимай, то о, этот его бы прожимай гимн, тотем поставил. Блять, этот Энх, ты умеешь с косты сбивать? Этот Энх, ты тут? Ебал его в рот, нахуй. Файтон, это. Да, выбери слепоглаза ебаного. И позбивай ему косты, вот это молитва восстановления, понял, да? Я заебался, блять, я... Дал масса кру, прожмите, каждый свой сейф прожмите сейчас. У кого есть что. Ахидон. Кегля. Киглера, Киглера. Блять, мы за раз только почти процентов 15 только сносим. Так вот. Я убить не могу, что такое? Это из-за того, что РДД мало. Я хотел еще одну РДД взять. Там танк. Не захотел это начать. Плюс еще некоторые не пришли. Я тоже сову вторую хотел, его устал, тоже вышел куда-то. Сейчас нормально, блин, оно устало реально. Пожмите свои сейвы. Еще один тип. Все. Опять Киглер. Да. Опять Киглер. Не отворачиваемся, отказ, не отходим. Когда у него мало этого бафа остается, там секунд 20-15, там хилы готовьте сильно захиливать. Вот этот дамаг, он по тем, у кого мана есть, идет. Чем больше мана, тем больше дамага? Не знаю, там буря какая-то ебаная, он будет кастовать. Ну, получается, я неуязвимый. Киньте Инур. Да я по КД на тебе Инур кидал. Надо читать, что там в описании спала. Из кого-то агроссово, я понимаю.
все, стопните по нему, не бейте, чтобы он сейчас не бегал ни на кого. Все, стоп, не бейте, Кибля. Крош. Крош, блядь. Одно лучше другого. Здесь пыльте, ага. Грилит. Спросит, бро. Как нам урок еще хотя бы триксы покидали бы. Гимн на хп? Прожмешь что ли? Мимочка, гимн у тебя на хп есть? Вероника, иди быстрее, лезь не ману. Пусть пока остальные хилы справятся. У меня не зыбка будет. Дал не зыбку. Ким на хп быстрее, мемочка. Махили или Керосы? Кому гем на ману бывает? Там гем на ману есть? Подожди, гем на ману есть? Да, сдавай гем на ману, это тем старцы. Пошел ман рентген. Тотема чисто только под гимны надо, иначе от него профит вот там только на секунд 10. ЛБ, сколько у тебя еще КД на гим? Типа гимн увеличивает максимальный запас в процентах, а тотем в процентах восполняет? Да, 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 тотем в процентах. Давайте мба. Некон, сколько у тебя-то там еще? Тоже 30. Не сдавай тогда, жди гимн. 30 секунд, Вероника. Терпи. Кегля. Киллера давайте. Вот там еще два раза надо, чтобы его добить. Да. Фиксанул кого-то. Готовьтесь хилу и скоро сильно хилить надо будет. Все, сейчас после этого кастовать начнет. Все, буря. Ахил. Гимн на ману можем просто сдать. Крош. Крош. Через 10 а кому секунд, Иннер, пока никто по кому не знает. Похопалось, да, Иннер тогда, если мы там идут. Ник какой у него? Пал один, он снайпер, он. Все, тотем плюс гим пошел, давайте. Чутка, не успеем. Будет еще один понадобится, как минимум. И маз, дайте от огня быстрее. Да, он не сейф зыб. Какой-нибудь. Окей. Свои сейвы прожмите. То на что, короче. Ом. Собак надо будет отвести, давайте отводить. Милики все по собакам. Самое да, главное, диспольте проклятие магии. И все, кто там, друид. А то дамаг по рейду растет, если не диспелить его. Я не могу гранда найти. Далеко. Маги, давайте. Не напрягаем хилов. Помогайте там. Сова, кто эрдру помогает диспелить. Я у Мишки диспелю. Это пиздец, конечно. Ты должен. Типа не надо диспелить. В Мишке не надо. Пати диспелить. Ту Мишка последнюю очередь, он жур меня не сдохнет. Я буду пати спать. Все, собак добили?
У которых мало хп, добейте хотя бы, то вдруг не сработает. Что там одна, да? Должно получиться. Кеглер. Нормально, там же все, нет вообще никого. Кеглер. Давайте Кеглер добиваем. Всё, Кеглер самый не ебаный, не откидывает. Короче, мы еще добьем, вообще не лезем. Только по собакам. Да. Не, просто видел, там чаржнулись волма. Только собаки, он ли собаки, милики. Ты что, за фил, Серафим, я даже не ожидал от тебя. Yes. Кто сейчас? Ждем. Ждем, ждем пока. Есть эти ману ручками, по собаке можешь пока ману порезать. Ну там 20 минут, 20 секунд ждать, блядь. Да. Ну и иди там по собаке, порезай ману. Она у меня телепортируется. Вот этих вот пидоров, которые на мне, надо бы разъебать кого-то. Шаман, Оверстрам, сколько у тебя до... До гимна, сколько мемочка и до тотема? У меня 20. Давай, хороший. Слепоглаза как Погнал. Раз. Бля. Хуярьте, здесь пальчик. Можешь, Керус, подвести того гуся жирного сюда поближе, метров 20 от меня. Угу. Ага, все. Добьете, заебись. Еще бы одного ШП подхиливал бы немного тут никим не стало. Я знаю, жди тогда, немочек, под немочку нажмешь. Не добьем. Почему 10 секунд? Добьете, добьете, успеете. Добьем, добьем. Ты в нас не веришь? 3 секунды добили, заебись. Как раз крош, заебись. И его разъебывайте. Гимн есть? Уже пора бы. Давай, мемочка, гимн нажимай и оверстан тотем ставь. Потом Кирос Индер надо по Веронике сделать тоже. Ага. Ну это потом. Гимн на жизнь готовь, мемочка. И да мало, он не успеет, нахуй, вы его добьете уже. А, не успеет, окей. А, реально. Чисти пока ручками похитить, джагу кинь синюю на собаку, пусть побьет пока ручками. Все, сейчас этот нон-стопом гусь будет открываться. Милики собак сливаем в ноль, и все, и дальше олм объем. Там, если танк освободился, помоги с собачками. Товары тут злые, агро рвут. Да я тебе говорю, вары тут вообще. А рамсы они по агро нереальные. Тем более с БШ их нам. Все. Пусть косноязычие обнови. Иннер можешь по Веронике скидывать уже, если есть. Диспел. А вообще Керос может диспелить тоже, если не занят. Физ уроном, магией сюда не надо бить, там вот это, стопайте вот эту лужу, все стопайте магическое, я тоже стопаю доты. Физически только урон надо, иначе они будут отхиливаться по КД. Бля, у меня тут звездопад по ним попадает. Нет, звездопад нельзя, когда такая хуйня. Че, инер дать поверить? Да, кидаем. Все, одну собаку разъебывать. И олма можно бить 10 секунд, 20. Еще новые выйдут собаки, там агро наберем. Есть этот гимн? Второй гимн под второй тотем. Все, частицу можешь уже на Керуса накинуть. И хилить спокойно этого ДКшника. Клитсек, потом тотем поставить. Ой, блять. Сейчас будет дамаг. Ну главное, что собак нет. Собака одна у РДД зомби. Прожимаешь стрим, чтобы потом подиспелить за рейд кайф. Еще и звездопад дать нельзя, круто. Ну кто меня остановил? Ну? По башке дадут, где у нас. Гимн сдавай, тогда я констатил там. Был гимн. С
все, занялись. Милики, когда добили, бейте Олма. Бьете? Вот здесь секунд есть, пока жертвоприношение кастуется. Потом опять по собаку. Тут все схвачено. Собираешь хосту чисто, чтобы дисплеить в ГКД. Да, я хотя это вот тапки и забрал с хосты. Осталось только заломано, тапки мне. Ты чё, похуй на эту собаку, идите добивайте его, милики. Все хуярьте его. Он не успеет хостануть, если все будут бить. Просто продиспельте самое главное. Все, убили. Ну все, сейчас не подходите, пока что там какая-то залупа на нем. Огонь. Вот он кастанет. Все, идите, бейте. Все милики, хуилики. Там какой-то фаербол надо вытаскивать, я вообще не помню, что это. Проносишь? Пока посмотрю, пока еще раз посмотрю. Ну вот он сейчас фаербол давал. Ну а следующее там будет какой-то баф. Надо будет отбегать. Надо выносить кому-то. Я не помню, что именно. Ну если маговскую эту бомбу он там кинет или еще что-то. Или в овцу мелизону превращает, все. Все, Гера пошла тогда? Да, да. Давайте. Иннер кинул, Ник. Вот отбегите, милики, отбегите, сейчас какая-то залупа произойдет. Вот там мощь тьма, блядь, какая-то хуйня нахуй. Не собаку таскивают разве? Сейчас, вот собаки, все, пошли тогда бить. Заебись, кливаем собак прям тут. Да, блядь, кто? Встанут? Кто? Ой, привет. Короче, я уезжайте собакой короля подержу. Ну все, Керус, держи. Керус, собирай собаку, у тебя как раз клиф урон хороший. Танки-то унтите этих собак. Ты можешь этот иннер кинуть. Под короля их веди. Под короля собак, чтобы короля тоже клевали. Есть тотем на маму. Хуя. Давай сдавай. Без гимна уже можем тут нормально сдавать. Разрешали. Отбегаем, там какая-то хуйня, пламя какое-то, ебать. Он крошу взял, глыбу сейчас кидать. Он кастанул уже. Ну все, хуярим. Повезло, блядь. А если он в РДД кинул, мы бы вайпнули сейчас? Ну, если танк в РДД забежит. Там что-то он по 40 тысяч. У меня же ее кидает. Он же рандом вроде. Там вокруг него, как в этом, в карьер, вокруг него кружочек такой 4 метра, блядь, небольшой. Как с этого, на ране? Ну. Не понял. Ой. Блять, мы успеем за час еще и магию поубить? Хуй знает. Смотря что на груле будет. Вероника улетел, пиздец. Вон какая-то залупа. Милики, отбегайте. Отбегайте быстрее отсюда. Сейчас, что там по ДПСу? Хильте хорошо. Ну же, короче, 50-40 секунд милики не бьют, потому что хилятся босс. Да, вообще не бейте там ДПС у миликов залупа в 11 тысяч. Пускай РДД бьют. Ебать ты, конечно, блядь. Чёрт вообще просто. Тупо ласково, знаешь. Ебать, ебать. Короче, похуй, дал незыбкую. Кто смелый, можете побить 5 секунд. Давай вы зальете, скорее всего, пока на нем этот баф. Сундук не трогайте.
Не трогайте короля. ГЦ... ГЦ зайдет, хапал. Это не сундук, это сразу... Можно ДПС и это, диспелы? Ты на первом месте же, не... Да мне похуй, меня другое все интересует. А что тебя другое? Меня диспелы интересуют, ну и посмотреть других. Экон первый. Ты 59 раз диспелил меньше всех. Экон 99 раз, 96. Я хуй знает, у меня долго она откатывается как-то. Ну, кем-то 89 раз продиспелил. Вроде диспелил. Хасты меньше просто. ГКД же только до секунды можно опустить. Ой, 1100 хасты, блядь. Это мне сколько надо штук, блядь, за один трай? Ну, может, ты лагал просто. Не обязательно в хосте. Она у меня бывает, знаешь как? Я продиспелю, она у меня два раза откатится, блядь. И еще ничего раз. Не трогайте. Подождите, не трогайте. Там человек вылетел. Сейчас зайдет. Посмотрим. Не трогайте пока. Не, никто не лутал. Ничего не надо. Да если что, видео есть. Палу шмотку передадут, если вдруг он заберет что-то. Можно тогда открывать? Ну, а что тут? Да не, лучше не рискуйте, подождите, пусть он зайдет. Я говорю, видео есть, тут вон рекаунт, пал первый, все заебись. Ну что тогда открываю? Если что, я с видео скринов предоставлю или само видео. Ты весь поясок, прикольно. Хуета выпала. Ну если палу, только дробяшка нужна. Или печать. Все, Вероника, пишешь на форум. И нормально. Если ей надо что-то. Значит, что лупить? Но я все равно ее не сролю, забей. Ты сролишь? Нормально. Короче, СС-ы накидайте, пробегаем. Да, конечно. Да, пробегаем, пошли. Зомби можете вызвать. На того, кто... У кого-то масс-эс есть сразу? Плюс, если масс-эс есть. Пусть прыгов. Только вперед. С клевом убил. Блять. Ничего страшного, он со мной не лез. Быстрее бегите. Не-не-не-не. Че, нихуя тут красиво? Тебе нравится? Мне эфир прям поднял, нет. Это лучше, чем обычка, согласись. Ну тут его. Саня, отойди. Не давайте стоит. Умирайте быстрее, ребят. Аня, блядь, история. На ком агро не подходите, те, кто застелсил. Заебись, блядь, двигался. Чё? Чё? Быстрее, блядь, умирайте, ребят, у нас еще магик есть, у нас один час остался. Неизвестно, сколько мы еще грува пиздить будем. Все. Погруляйся, как назло, с первого трая. Ну, грузин не сложный. Лол. Подальше от мобов отойди, ты тебя пизданет, шаман. Все, я могу встать. То прям опасно стоят. Подойдите, остальные встаньте. Мы вас засумоним. Нажмите. На кого тут усы скидать? Че скажем? Я отойду прям на минуту, пока вы тут бафаетесь. Да, давай. Сколько тут? Помнишь, да? Два танка на руки. Там похуй, ну, сколько на руки. Ну да, я два танка нормально. Главное, тех, кто с броней подъебало, помнишь, да, это самое? 10 человек, чтобы я, и 9 человек в первой, второй пати. Ну, миликов поставишь. Ну, я могу с ними стать. Ой, чтобы... зачем человек? Можно пета поставить. Мне похуй, пет, человек, блядь. Если пет сдохнет, то человек должен подбежать. Ну, делайте как хотите. Хоть петов, хоть людей. Кто в танке будет, а кто? Ну, через тебя надо в ДД стрелять. Ну, я больше, чем пал, да. Да. Однозначно. Не, не будем петов заводить. Там есть разница между 11 и 10 человек? Ну... Если больше будет, что будет? Почему с петами я послушал? Блять, ну 11 нету особой разницы. Ну, типа, если больше стаков. Ну, петов поставят. Больше урона. А, если больше стаков. А, да. Все, тогда не надо. 10 чел миников станет. Не, не надо Серафиму, блять, он сейчас нам запорит, потом все.
Вот вместо Энха. Вместо Энха вот тебя можно ебануть. Я вместо Энха встану. У тебя там брони побольше. Стрели по первой, второй пати, кто встанет, а кто будет руки ловить. Там кто-то до руки половит. И кто еще и руки? Еще ловил? Надо. Кто-то, чтобы руки ловил. Там, в принципе, РДД хватит, нахуй. Там вон маги с телепортами, блядь. Ханты отпрыгивающие, блядь. Там хватит людей руки закрывать. Кертл, Арканавт, Быстродвиглс. Грилит, вы будете руки закрывать. Потом мемочка, ты будешь их сменять с двумя хантами. Что сделать? Там увидишь, из земли будут выходить, Вань. Будут ладошки выходить и закрываться. Вы между ними стать должны, и все. А. Киртл, не каждый раз, через раз только. Через раз. Иначе вас убьет. А что за скилл? Не скилл, из земли будут появляться. С земли руки, блядь, появляются. А в книжке нет? Ретрик, ты где? В книжке нет. А вон, зов камня. Давай быстрее рыбку поставил. Ешьте. Мне тут кем идти-то? В ДД спекнуться или в танке остаться? В танке оставайся, половишь руки. Это кто говорит? Это Гранди. Гранди, давай в танке. Если он в танке, надо кого-то подъебало тогда. Танку или кто? Ну, танку у нас тоже ловил. Пусть он с танку половит, а Пета, наверное, поставит сюда. Или он лазерная путь поставит. Давайте, поставьте. Нет, Энха, давайте нам тоже тогда, он же тоже милик. А я в спину ходил. Да он тонкий, да. Нахуй, у него прожимок никаких нет, не знаю. Нет, как. У него есть прожимка, у него этот... У тебя же прожимка эта есть твоя. Тем более у него 26к, как и у меня. Тоже а у этого ДКшника чё? У ДКшника чё, ДД есть вот этого танка? Да, БДК есть. Пекайся. Да, давай, ДД. Квадрат. Иване. Все, давайте на бафы проверю. Так, все бафы есть. Паука фаски выпейте, пожалуйста, вот мина. Что это такое? С ГБ возьмите. Это Гранди. Блять, танку в танке там или нет, я не могу понять. Танку надень там кошмот, ты будешь ловить эти. Вот смотри, этот самый Луна тебе танку покажет, что делать, блять. Вот и все. Гранди, ты не ловил здесь руки, что ли? Подожди, я задачу не понял. Мне под боссом стоять или нет. Руки бегать ловить? Нет. Руки, первая, да. Вторая пати стоит под боссом в кресте. Когда я вам говорю выбегать, вы выбегаете за спину босса. Кирус, ты с нами, ты спину не бьешь. Рейкон, может быть. Ну ты же с нами в кресту будешь стоять. Так я в тот раз спину бил и просто бегал туда-сюда. Ну смотри сам. Тогда Алкмейна поставь петов туда. Одного пета. Кто там может со спиной быть? Поставил?